Бог, с вами Лео, и я продолжаю политику удар. Нет, почти никак, жалко. И у меня из-за того, что я заканчивал запись в прошлый раз, у меня что-то случилось, и сейфы маленько потеряли. Один день. Но я все возместил, более или менее. Я вот стал похожим. Ну, одна проблема. У меня шкаф не двигается, видите? Не, он двигается, но стоит в одной позе, видите? Не меняет его. Так, в этой серии я бы хотел... Давай пойдем вот сюда. Есть, потому что я помню, там не находятся деревья. Пошлось сходим? Дикариста, да ведь? Больше ничего не будет. Ты вроде что, деревенские жители, но я их не встречаю. Значит, я не буду тратить, я их уберяю. Еще есть. После того, как мы рисуем все вещи, а вещи тут нарисованы. А вещи нарисованы, кстати, вот здесь. Вот. Ну, если как только этот, руль, принесем все это. Резина, аккумулятор и эту штуковину принесем. Он тогда при следующем нашем приходе он будет и выйдет в небе. Вот, ну это понятно. Чинить не имеет смысла. Петик. Понятно. Обменяться. Что можем? Фу, топливо 50. Не подходит. Надо еще что-нибудь дать ему. Плач. Пошли в жопу. Слишком дорого. Во! Трейд, все. Хорошо. О, глупо, карта старого леса. Не, я пока не хочу его покупать. Конечно, нам пригодилось. Лишним точно не будет. Теперь давайте от него пойдем в упор до низа. И от упора там пойдем налево. И там где должен быть проход. Я точно не знаю где. Так. Кстати, кому будет лететь написать в комментариях, напишите код от сейфа. Вот на лыбу здесь. Вот дома сейф будет. Ага, я помню. Я вспомнил. Если там открыть или как так еще, то это значит ловушка. Пытаюсь. Нет, я не хочу ставить, я боюсь. Да, то в деревья, значит, пойдем в деревья. Все. Вот мы край карты достигли. У здесь должна быть где-то деревня. Налево. Указателем, кажется, будет дорога. Необычная. А, то есть... Вот. Да. Рот бери. Да. А вот. Заходим. И по идее должен не должен быть. По идее. Да. Время у нас. Да, время у нас остановилось. Это хорошо. Но что такое? Какой-то алтарь. Ладно. Карта. Нельзя. Ладно. Что там было? Не, пока что не включить. Бабай. На поле там ничего нет. Есть что-то. Здесь бегает. Я не думаю, что здесь что-то выкинуло.
Я если не буду, убьешь меня? А, не смеши. Ну-ка, я их могу понять. Они тоже это боятся. Но они в каком-то долине от леса живут, то есть тут. Ну, как понял, тут более-менее безопасно, то есть. Он открыл лес. Так. Тут времени не идет. Клюнут, не, правда, клюнут, он живется, вообще времени нет. Наш лес особенно прекрасен. Еще не прекрасен, да и нельзя. Ну да, у них хорошо. Можно я у них останусь? И свое убежище сюда принесу. Я нельзя и... Да. Блин, из моего дома, быстро! Нужно больше мяса. Больше! Да, лес потихоньку до деревни забирают. Дальше рано или поздно здесь не будет деревьев, все растет. Не будем мешать их. О, доктор! Понятно, понятно. Где доктор будет, да? И был уже. О! А где семья? Я в покое. Свинья, хочешь с мной идти? Нет. Он мне соль ставил. Понятно. И да, для свиней. Так, прощай, я тебе закрою дверь, чтобы ты не убежал. А то меня еще прибью, да, я не хочу. От нас не закроешься. Посмотри, что там алкоголь. Мне нравится эта деревня, тут куча вещей. Я бы хотел тут остаться на ночь. Больше что нельзя. А жалко. Здравствуйте. Стоять, не двигаться. Сидеть с вами можно? Просто посижу с вами. Где это мне? Ладно, ладно. Уже нельзя посидеть просто. Ой, нет, нет, да. Печка. Русская печка и ничего. Да ладно. Батарейка. Ну да, я забираю, все, 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 все.
еще одну повязку. Нужна еще одна ткань, я бы сделал еще одну повязку. И раз инвентаря освободилось. Типа муравейник. Большого. Привет. Ладно, тоже не буду мешать. Чуть всякие нет заговорки. Я понимаю, что им тут тяжело жить. Могли поговорить хоть с кем. Мне, скорее всего, придется в этой деревне несколько раз возвращаться, это да. Это дом. Так. Леди с... Вот. О, леди с курицами. Пока я не помню, где-то нас еще прибьют. Без пол. В дереме и в берег. Окей. А вот и дама с курицами. Опа! А где ее курица, интересно? Интересно, где ее курица? Давайте поговорим. Так. О, леди. Леди. Старая леди смотрит с подозрением. Она подвигает свою курицу чуть ближе к себе. Я надеюсь, ты не пришел. Ты не пришел за моими курицами, урод. Она подносит голову к. Одна из ее куриц подходит к ее уху и бормочет что-то. И она что-то бормочет. Потом она успокаивается. Да. Придется мне так кирпить. Я как стараюсь перевожу. Минуточку, дайте я подумаю. Я бы долго прожила. Я прожила много войн. А, Син, это видела, я много видела. Бог, ну такое. Помоги мне, Бог, это не место для моих куриц. Понятно. Показать предмет. Где ты взял это? Дама с курицами, чем... обеспокоена. Все замолкли. В воздухе ощущается напряжение. Ох, господи, это же цыпленок Джанник. Ну, Яна. Подарок от меня. Мой брат, он ушел очень злым. Я говорила остаться, но он не послушал. И он ничего не понимает. Короче, он пошел искать доктора, так понял. Ага. Ну, ладно, мне плевать уже, все. Да, Матерь Мари, помоги мне, снова это создание. Ну, он с красным, злость, короче. Уйди из своего двора, ты урод. Ну, я вот так. Так, это музыка, да, ведь? Привет. Простите меня, я не хотел снова. Пацанчик? Эй, пацан, ну я как-то особо не хотел с тобой ссориться. Чикен Леди. Причем он боится Чикен Леди, ну это понятно. Что это?
разные создания на этом свете. Именно для нее и для нее я пытаюсь сыграть серенаду. Серенаду серьезно. Но напрасно. Да, мускульцами запила ее. И не выпускает. Павла выложил венок. Красавица, окей. Это значит, что я стану мужем ее. Но она не позволяет мне с ней встретиться. Она сидит на заперти. Хорошо. Алкоголь, а потом просто потеряется. Все продумано. Круто. Бригадировал. Водолей не живет, кстати. Здесь я еще не был. На фотографии. Один, шесть, девять. Ну, какой-то другой. Один. Один, девять, шесть, один. Неправильно, один. Только, а я правильно набираю путь? И где там? Это не то.
пришел доктор-инструктор. Инструкция доктора. О, цепь. Ладно, давайте тогда заканчиваем серию. Все серии уже спустимся в этот колодец. А это все. Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии под этим видео. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.